Атмосфера очень творческая. Атмосфера максимально дружелюбная. Ребята очень сильно хотят научиться правильно играть в оркестре. Да? Они очень хотят очень хорошо играть. Это для меня, вот, для человека, который с ними занимается, это очень важно. Потому что ты видишь отдачу моментально. Ты просишь, и тебе сразу делают. Да, нету такого ни барьера, ничего. То есть, грубо говоря, да, максимальное взаимопонимание, очень плодотворная работа.